Всем привет! Всем привет! Мы продолжаем проходить Undertale. Мы остановились на этом моменте. Блин, как я рад снимать видео спустя 6 месяцев. Второе. Видео за 6 месяцев. Прошло 6 месяцев с того момента. Я снял одно видео, и вот уже снимаю второе. Ладно, все-таки мы хотели посмотреть, что за этой дверью. Пойдемте. Тогда, наверное, до бесконечности будем идти. Эх, ясно. О! Ой-ой-ой, не-не-не, только не ты, я тебя помню. Я тебя до сих пор помню. Это ты как там? Флауэр. Как ты там? Ти-ти-ти-ти-ти. Тебе все еще недостаточно, да? Сколько еще раз ты убьешь ее? Ты омерзительное животное. Ты даже не пытался пощадить ее. Он так смеется. Не, ну а чё? Но она сама сказала, победи меня. И все, конец игры. Да. Конец игры, что ли? Ух ты, я вышел. Это типа ракурс, не все, какие-то леса здесь. И опять надо идти до бесконечности. Опа, какая-то палка. Так, что-то страшно как-то. Я видел там кого-то. Он сзади. Так, не, лучше не оборачиваться. Лучше просто идти вперед. Я кого-то сзади видел. Какую-то черную тень. Что-то сзади приближается. Точнее, кто-то. Я боюсь. Кто это? Человек! Неужели ты не знаешь, как приветствовать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Хорошо. О, здорово, это же этот, о котором мне эту игрушку рассказывают. Это как его там? Ну, не помню, в общем. Хех-хех, старый трюк. Боже. С подушкой-пердушкой в руке. Всегда смешно. Ладно, ты же человек, верно? Вот умора. Я Санс. Скелет Санс. Вот как его зовут. По идее, сейчас я должен следить, есть ли тут люди. Но, знаешь, мне не особо интересно ловить кого-либо. Но мой брат Папирус, он человекоохотничий фанатик. Эй, кстати, думаю, это он, вон там. У меня есть идея. Пройди через эти воротоподобные штуки. Мой брат сделал щели слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Быстро, за эту подходящую по форме лампу. Да, я похож на лампу. Чё как, бро? Ты знаешь, чё как, брат? Уже прошло 8 дней, а ты до сих пор не... какой у него почерк? Откалибровал свои головоломки. Ты постоянно болтаешься вне своего поста. Чем ты вообще занимаешься? Пялись на лампу. Она и правда крута. Хочешь? Нет! У меня нет на это времени! Что, если человек пройдет здесь? Я хочу быть готовым. Я стану тем, кто должен стать тем, кто поймает человека. Тогда я великий Папирус. Получу все, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание. Наконец, я смогу присоединиться к королевской страже.
буду просить стать моим другом. Я буду купаться в дожде поцелуев каждое утро. Может, эта лампа поможет тебе? Санс, ты не помогаешь, ты лентяй. Все, что ты делаешь, это сидишь и валяешь дурака. Ты становишься все ленивее и ленивее с каждым днем. Эй, полегче, я выполняю тонну работы сегодня. Скелетонну. Шутник. Настоящий шутник. Санс! Да брось, ты улыбаешься. Да, и меня это бесит. Почему кто-то такой великий, как я, должен столько стараться, чтобы получить немного признания? Вау, звучит так, будто ты действительно работаешь над собой. До мозга костей. Ага. Пойду займусь своими головой. Что же до тебя и твоей работы? Займись ей уже. А позвон ночью. Не-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можешь уже выходить. Я хочу обратно. Я хочу обратно в лампу. Она такая классная. Похож на меня. Это что-то вроде КПП или наблюдательного пункта. Но внутри него бутылки кетчупа, горчицы и приправы. Я понял. Тебе надо идти. Он может вернуться. А если он вернется, тебе придется вытерпеть больше моих уморительных шуток. Что такое? Смотри, здесь нечего бояться. Просто темная пещера, наполненная скелетами и ужасными монстрами. Ну, тебе надо идти, он может вернуться. А если он вернется, тебе придется вытерпеть больше моих уморительных шуток. Ладно, все начинается сначала. Пойдем отсюда. Хотя, стой, не хочу навязываться, но можешь сделать мне одолжение. Я тут подумал, мой братец совсем приуныл в последнее время. Он никогда не видел людей, и встреча с тобой сделала бы его день. Не волнуйся, он не опасен. Даже если пытается таким показывать. Миллион благодарностей. Я буду впереди. Ладно. О, звездочка. Класс. Удобство той лампы по-прежнему наполняет вас решимостью. Везде меня наполняет решимостью после этих звездочек. Это сундук. В него можете покупать вещи и брать их из него. Такой же сундук будет позже, так что не волнуйтесь. Возвращайся, и не придется. С уважением, любитель сундуков. Так, что на табличке? Нет, блин. Что на табличке? А, это типа на табличке про сундук написано. Я понял, на табличке про сундук написано. Ну куда пойдем? Давайте. О боже, Сноудрейк. Макароны с тортом снега. О, у меня уже 36 жизней. До него дошло, что его собственное имя Каламбур, и он взбесился. Пока-пока. Пока. Ух ты! Сколько сразу. А, погодите. До меня только сейчас допёрло, что 18М это не 18 миллионов, а 18 монет. Тьфу ты, блин. А я-то думал, это 18 миллионов. Ваш ур повысился. Ура! Ладно, погнали. О, удочка. Это рыболовная удочка, закреплённая в земле. Будет надлезть. Да. Всё, что было на удочке, вот он, со стороны выдающего. Звони мне. Вот мой номер. Вы решили не звонить. Хорошо. Так, стоп. А вот туда можно сходить? Ладно. Пойдемте, значит, туда. О, тихо. Это они. Так,
Как я уже рассказывал про Undyne Candle. Санс, боже мой, это же человек! Если честно, я думаю, что это камни. А он про это сказал? О, эй, а что это перед камнем? Боже мой, это же человек! Да. О мой бог, Санс, наконец-то! Я сделал это! Undyne будет! Я стану таким! Популярным! Человек, ты не пройдешь! Я великий папирус, остановлю тебя! А затем я схвачу тебя! Тебя доставят в столицу, а затем... Я не знаю, что будет дальше. В любом случае, продолжи, только если ты смелишь. Все прошло неплохо. Не парься, Наоль. Я буду следить за тобой своими глазницами. Ах, понятно. Пойдемте дальше. О, что это? На этой картонной коробке какой-то текст. Вы наблюдаете хорошо сооруженный наблюдательный станок. Кто же мог построить ее? Вы хотите знать? Ставлю на то, что это был очень известный королевский странник. Вот, пока еще не слишком известный королевский странник. Ага, должен быть. Ну блин, беда шляп. Вот так. Вот так с ними надо разбираться, с этими монстрами. О! Ни малейшего движения. О! Кто-то двигался, или это мое воображение? Я вижу лишь двигающиеся вещи. Или что-то двигалось? К примеру, человек? Я позабочусь о том, чтобы он никогда больше не двигался. Долго переграждает дорогу. Топ! Это вроде как не двигаться, не надо двигаться. Ой, а что это умеет? Что это? Движение? Только нашел движение на свет. Двигающийся объект ты больше не увидишь. Значит, вот, видите это? Я что-то здесь нажимаю, и тут что-то пинкает. Такая собачка еще здесь, голова собачки. Сверху. Вот так, привет, желательный хвостик. О, привет. Эй, запомни кое-что важное. У моего брата есть специальная атака с синим кончиком. Если ты видишь синюю атаку, не двигайся, и тебе будет... И тебя не заденет. Есть простой способ запомнить это. Представь знак стоп, когда ты его видишь, ты останавливаешься. Так? Знак и стоп красный. Но представь себе синий знак вместо красного. Просто да, когда сражаешься, думай о синих знаках стоп. Окей. Ух ты, какой лед тут классный. Вот это вот я смогу прочитать. Стойте, я хочу это прочитать. Так. Я хотел прочитать. Север, лед, юг, лед, запад, лед. Восток, Снежнеград. И лед. Я понял. О, вот таким вот образом можно ходить. О, там еще какой-то проход был. О. Здравствуй, я Снеговик. Я так хочу увидеть мир, но я не могу двигаться. Будь так любезен, путник. Пожалуйста, возьми кусочек меня и отнеси далеко-далеко. Ну давай. Спасибо тебе, удачи. Получили кусочек Снеговика. Хорошо. Как классно кататься на льду, конечно. Ты такой лентяй. Ты дремал всю ночь. Вроде как это называется сон. Оправдание. Хо-хо, человек уже здесь, чтобы остановить тебя.
мы с братом сделали несколько головоломок. Мне кажется, ты найдешь это. Весьма шокирующий, как видишь. Это невидимый электрический лабиринт. Когда ты прикоснешься к стенам лабиринта, эта сфера ударит тебя током. Звучит здорово? Нет. Потому что количество веселья, которое ты испытаешь, на самом деле, думаю, будет небольшим. Ладно, теперь можешь идти. Санс, что ты наделал? Я думаю, что теперь должно быть у человека. А, хорошо. Возьми это, пожалуйста. Так быстро, слишком быстро, да, потому что ты нас не видишь. Однако, следующая головоломка не будет такой простой. Она спроектирована моим братом, сам. Ты будешь полностью сбит с толку. Я уверен. Не ха-ха-ха-ха. Ну, пойдем тогда. Стоп, я хотел кое-что у Санса. Ну, ладно. Не понимаю, почему никто не покупает? Сегодня идеально погода, ничего не очень холодно. О! Покупатель! Привет! Хочешь немного доброжелательного холодного лакомства, что согреет твое сердце? Всего лишь за 15 м. Ну ладно, давай. Держи, желаю супер-пупер дня. Вы получили доброжелательное. О! Снежок, снежище. Ты типа, я мяч должен кидать. Ух ты, ё-моё. Ну так классно. О, он уменьшился. Где он? А, вот он. Бам. Ба-бам. О, привет. Я тут подумал и решил тоже продавать сладости. Хочешь жареного снега? Всего за 5 минут. За 5 м. Да, твоя правда. Мне не стоит брать за него куда больше денег. Стоп, а там что? Хорошо, туда я пойду, когда закачу мяч. Давайте сначала закатим его. Фух, это короче на скорость. Давайте, поехали. Да блин. Давай. Давай, не испарись. Да не катайся ты тут по этому льду. Да блин. Ну нет, не туда же. Ну давай, туда, шарик. Шар, не уменьшайся, прошу. Нет, не туда. Эй. Ну блин. Отстой. Зачем такая сложная головоломка? Вот он же уменьшается. Очень сильно уменьшился. Опа. Давай. Ну почти. Давай, долго. Ну, давай же. Нет. А если этот? Выглядит как снежный шар. На самом деле это снежный десятигранник. Ох. Я все-таки должен закатить его. Мне кажется, на это уйдет очень много времени, но я постараюсь. Снежок, снежище. Снежочек. Снегущище. Не уменьшайся. Нет. Ну давай же, закатись. Есть! Ура! Фиолетовый, даже чувствуя себя загнанным в ловушку, вы забили шар в лунку и получили 2 монеты. Класс. Ладно, я пойду туда. Так. Его.
рейтинг опасности по запаху. Запах снега, снеговик, белый рейтинг может стать желтым рейтингом. Не вызывающий подозрений запах щенок, голубой рейтинг запаха катания по земле. Странный запах, человек, зеленый рейтинг уничтожения любой ценой. Эйо. Короче, я понял, нам туда. Человек, надеюсь, ты готов к... Так, стоп, он только что там. Санс, где голова? Она прямо тут, на земле. Да вы что, человек ни за что не придет. Пусть гол для монстрят. Эй, ребят, не поможете мне решить эту головоломку? Санс, ничего не произошло. Я так и не знал, что надо было использовать сегодняшний кроссворд. Что? Кроссворд? Не могу поверить, что ты сказал такое. По моему мнению, путаницы для монстрят гораздо сложнее. Чего? Серьезно, чувак? Детские простые поиски слов? Это для детских костей. Невероятно. Человек, разреши этот спор. Что сложнее, путаницы, кроссворд? Я сам не знаю. Кроссворды. Вы двое странные. Кроссворды так просты. У них одно и то же решение каждый раз. Я просто заполняю все поля буквами ХРРР. Потому что всякий раз, когда я вижу кроссворд, все, что я делаю, это храпеть. Не-ха-ха-ха. Попил. Ходит сложности в интересных местах. Вчера он загнал себя в тупик, пытаясь решить гороскоп. А вот его уже нет. Убежал. Это записка от подкаста. Человек, пожалуйста, наслаждайся этим спагетти. Еще немного, и ты узнаешь, что эти спагетти – ловушка, приготовленная, чтобы заманить. Ты так увлечешься их поедать, что не заметишь, что ты продвигаешься. Ты будешь гениально разыгран великим папирусом. Нет, папирус. Так, вот здесь вот я, думаю, сохранюсь. Понимаешь, что однажды мышь найдет способ разогреть спагетти. Вы наполняетесь решимостью. Вот, норка, снова норка. Там еще одна норка. Тарелка заледеневших спагетти. Она такая холодная, что мерзла в стол. Отключенная микроволновка. Все настройки гласят спагетти. Я пойду дальше. Внимание! Женатые собаки. Ух ты! Ну блин, а почему вы здесь? Можно я вас... А где твоя шляпа? Эх! Воу! Воу! Пахнет так, Джерри. Что, они бросили меня? Отличные друзья. И все? И что, я вот так вот просто буду его убивать? И все? И это все? Я просто хотел книгу поболеть. Wi-Fi здесь отсюда. Похоже, это из нашего мира. Я не знаю, что такое Wi-Fi. Что они бросили меня? Отличные друзья. Короче, тут нечего читать, он только одно и то же самое говорит. Неловко. Он живучий, однако. Короче, просто пробел, 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 пробел.
только проверить. Короче, он тут бесполезен. Ну, типа, что он вообще делает? Вы же мы так до бесконечности. Так. Ох, ну и долго так. Что же, я уже хочу... Наконец-то! 72М? Что это здесь? Так, нужно все тут... Так... Все в пропасть, все в пропасть. Снег, снежочек... Снежочек мой. Так... Здесь что-то есть? Здесь переключатель, спрятанный в снегу. Щелк. О, класс. А я думаю, зачем здесь вот эта вот плита? Этот переключатель? Ну да, открыл что-то. Опять здесь что-то будет? Ладно. Так. Ой-ой-ой. Ой, кто это? Кто это? Что это? Как они вообще? Что? Что это за запах? Откуда этот запах? Если ты запах, покажись. Ха, они слепые. Вот где этот странный запах. Мне хочется уничтожить. Уничтожить тебя. Добби нападает на вас. Отведай. Бог моей жизни. Нет, не стоит. Оу. Оу. Вводите инструкцию для следующего конкурса в парк. Догоресса. А, это типа мальчик и девочка. Блин, а это сложно. Мне таких двое надо учить. Чтобы в этот раз получилось. Тебя ждет страдание. Да не только эту атаку использовать. Одна жизнь. Одна. Это опасно. Фух. Видите, каждый икс в ноль. Зачем? Нажмите переключатель. Хорошо. Ноль. Ноль. Что? Как тебе удалось обойти мою ловушку? Что более важно? Там что-нибудь осталось мне? Что вы скажете папирусу о его спагетти? Я не хочу, чтобы он обидел и съели. Серьезно? Ваушки! Никто никогда не наслаждался моей готовкой раньше. Ну что ж, не волнуйся, человек. Я шеф-повар папирус. Приготовлю любую пасту, какую ты только любишь. Хе-е-е-е. Как он странно выглядит. Мой брат начал коллекционировать носки. Как печально. Ну да, я думаю, что бы он делал из такого классного, который заботится. Никогда. Человек. Как же мне это сказать?
мой путь сюда занял так много времени, что я решил улучшить эту головоломку. Расположил снег так, чтобы он был похож на мое лицо. К сожалению, снег, например, примерз к земле. Теперь решение другое. И как обычно, мой ленивый братец не пойми где. Полагаю, что я должен сказать, нет волнений. Человек, я великий папирус. Решу эту головоломку. Тогда мы оба сможем пройти дальше. Пока можешь попробовать решить я сам. Постараюсь не выдавать решение. Каждый икс у меня. Дальше уже нельзя переключить. Ладненько. Значит, попробуем отсюда. Блин. Так. Попробуем вот так вот. Теперь... все крестики короче, все не так. Вот так и вот так. Вау, у тебя получилось! И тебе даже не понадобилась моя помощь. Вероятно, я впечатлен. Тебя волнуют головоломки, как и меня. Что ж, я уверен, ты полюбишь и следующую. Она даже может оказаться слишком простой для тебя. Не-ха-ха-ха. Он любит так не-хе-хе-хе-хать. О, здорово. О, ты быстро справился, отличная работа. Тебе даже не потребовалась моя помощь. Это здорово, я люблю абсолютно ничего не делать. Ладно, я думаю, на этом заканчивать пора. Следующую головоломку я решу в следующем видео. Ну, логично. Следующая головоломка в следующем видео. Ладно, спасибо за просмотр, пока.